Re, viss ēters ir te. В законе об управлении общественными электронными СМИ грядут изменения. Сегодня на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам успели рассмотреть треть поправок перед вторым чтением. Много еще предстоит обсудить, но, например, с тем, как будут выбирать членов правления ЛТВ, депутаты определились. Мое мнение такое, что надо всем знать, ну, что это общественные медиа же. Но у нас... Общество такое, что этих профессионалов не очень-то много, которые могут занять такую должность. И вместе все мы приняли решение, что это будет закрытый конкурс, чтобы не испугать людей, потенциально хороших кандидатов, профессионалов. Например, как это было очень-очень серьезный красный сигнал, когда был конкурс на латвийское телевидение. При этом сколько человек будет в правлении, еще неизвестно. Три, как раньше, или все же пять.